Дорогие друзья, проведение конгресса в этом году поддержали Комитет по культуре и науке правительства Санкт-Петербурга, уважаемые участники 2-го международного Таисовского конгресса. Приветствуем вас в Санкт-Петербурге в дни проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума. Проведение международного конгресса является значимой составляющей культурной программы форума. Участие представителей разных стран в конгрессе дает уверенность в том, что культура останется мощным объединяющим фактором для людей во всем мире. Уверены, что итогом конгресса станет расширение и укрепление международных культурных связей. Желаем конгрессу успешной плодотворной работы. Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Сухенко Константин Эдуардович. Спасибо вам. От заместителя председателя Комиссии по культуре и сохранению культурного наследия Общественной палаты Российской Федерации Кириса Дениса Александровича. Уважаемые участники 2-го международного Таисовского конгресса, приветствуем вас в нашем прекрасном городе, столице науки и культуры, нашей родины, Санкт-Петербурге. Проведение международного конгресса для нашего города – знаменательное событие. Объединение представителей сфер культуры, науки, образования, медицины, искусства, которые базируют свои научно-исследовательские труды на таисовских научных трудах, позволит эффективно взаимодействовать для выполнения главной задачи – воспитания подрастающего поколения в основах гуманизма, нравственности и духовности. Желаем конгрессу открытия новых имен, передачи опыта молодому поколению ученых и успешной плодотворной работы. Конечно, наш конгресс не пришел без внимания уникальному человеку, жителю Санкт-Петербурга, знаменитому доктору Балу Гнездилову Андрею Владимировичу. К сожалению, в данный момент он находится в Москве, но нам рапортовал вчера свои приветствия и поддержку конгресса. Приветствие от Андрея Владимировича Гнездилова, замечательного доктора Балу. Он коренной петербуржец, потомственный интеллигент, врач-психиатр, доктор медицинских наук, почетный доктор Эссекского университета в Англии, конечно, теософ. Андрей Владимирович – истинный подвижник и общественный деятель, неутомимый исследователь, приветствует участников конгресса, желает новых открытий в теософии, взаимодействия и единения. Дорогие друзья, нами получено много приветствий от зарубежных коллег. Это члены Теософского общества ADR. Сейчас прошу внимания на экран, будет презентация, вы можете увидеть их приветствия вам и нашему конгрессу. Приветствие участников Теософского конгресса. Теософское общество Австрии. Следующий слайд на русском. Уважаемый президент, дорогие братья и сестры, Теософское общество Австрии желает вам успешного конгресса. И ваши усилия приведут к дальнейшему распространению древней мудрости. Братский привет, Альберт Счичи, секретарь-организатор Теософской секции Австрии. Теософское общество Восточной и Юго-Восточной Азии. Это объединенное общество, оно базируется в Сингапуре, и нам прислали братские пожелания. Дорогие братья и сестры, приветствие Теософского общества Восточной и Юго-Восточной Азии. От имени всех членов Теософского общества я хотел бы передать вам наилучшие пожелания в связи со 2-м международным Теософским конгрессом, посвященным 143-му Теософскому, созданию Теософского общества и 130-летию публикации «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской. Я только хочу, чтобы один или несколько из нас могли лично присутствовать и радоваться вместе с вами этому счастливому случаю. Тем не менее, мы желаем вам успешного проведения конгресса. Пожалуйста, передайте мои личные пожелания всем нашим друзьям. Братские пожелания. Сан Чонг Чан, Сингапур. Теософское общество Греции.
Дорогая сестренка Евгения Михайловна, ваше сообщение о теме Конгресса было опубликовано на сайте Valmiberchi Gris. С наилучшими пожеланиями, пожеланиями успехов. Ваш Маркес Комплекс Атафорус, президент Теософской секции Грице. Теософское общество Новой Зеландии. Благодарим вас за приглашение принять участие во втором международном Теософском конгрессе. Это особый случай. Мы имеем возможность отмечать 143-е Теософского общества создания. Также хорошо акцентировать внимание на большие достижения Елены Петровны Блаватской с публикацией «Тайной доктрины», которая была 130 лет назад. Приветствую вас на этом особом мероприятии от членов новозеландской секции. Наше сердце и дух будут с вами на протяжении всего конгресса. С уважением, Джош Вассерман, национальный президент Теософского общества Новой Зеландии. Теософское общество Уэльса. Приветствие Валлийского региона Теософского общества. От имени членов Теософского общества Уэльса мы посылаем вам наши приветствия и добрые пожелания, вдохновляющие успешной конференции. Пусть свет истины, мира и любви будет с вами. Джули Каннингем, организационный секретарь. Теософское общество Германии. Мы уверены, что конгресс будет очень успешным, и все участники проявят большой интерес к докладам Российского Теософского общества. Вместе с обменом личным опытом, обсуждениями и презентациями по тайной доктрине. Хотя мы не будем там, но наши мысли с вами. Это будет замечательный уикенд. Братский Мануэла Каулич, генеральный секретарь Теософского общества Адьяр в Германии. Теософское общество Англии. От имени Теософского общества Англии я посылаю вам свои искренние приветствия за очень успешный конгресс. Пусть дух мастеров прибудет со всеми вами. Сестра Дженни Бейкер, национальный президент Теософского общества Англии. Шведская секция Теософского общества. Дорогие друзья теософы, шведская секция Теософского общества желает вам всего наилучшего на нашем конгрессе в Санкт-Петербурге. Заметьте, на нашем конгрессе в Санкт-Петербурге. С любовью, Инбрит Виклон, секретарь шведской секции. Теософское общество Парагвая. Дорогие друзья, мы отправляем информацию и пожелания плодотворного дня и успехов Организационному комитету Международного Теософского конгресса. Филиал Братства общества Теософии в Парагвае. Благ Анаско, секретарь Теософской секции Парагвая. Теософское общество Орландо, Флорида. За встречу наших теософских братьев в прекрасном историческом городе Петербург. Наши самые теплые поздравления конгрессу для значимого и успешного созыва. Пусть мастера мудрости направляют и направляют ваши усилия, и пусть результаты вашей работы отражают красоту и целостность жителей Санкт-Петербурга и великого русского народа. От имени членов Орландо Ложе Карл Смецкер, президент Теософского общества Орландо Флорида. Теософское общество Мьянма, Янгон Бирма, приветствие. Дорогая сестренка Евгения Шабурникова, так рада, что меня зовут просто сестра. Все сестры и братья, поздравления с торжественной церемонией Второго международного Теософского конгресса. Мы были недавно на 11-м всемирном конгрессе в Сингапуре в этом году в августе. Поскольку ваши темы, значимые по тайной доктрине, являются очень интересной темой для миньянских теософов, мы очень готовы принять участие в этом конгрессе, но он неблагоприятен по времени для нас. Мы надеемся посетить с учебным визитом родину нашего соучредителя Елены Петровны Блаватской, Россию, в некоторые дни по какому-нибудь благоприятному случаю. А теперь, пожалуйста, примите это приветствие в знак нашего искреннего участия. С уважением от всех членов Теософского общества Янгона, госпожа Паэтан, президент Алькот Ладжи, Теософское общество Янгона. Дальше у нас Теософское общество Финляндии. Дорогие друзья в России, от лица финской секции Теософского общества и от себя лично я посылаю вам самое теплое приветствие. К сожалению, у меня нет возможности посетить конгресс в этот раз, но надеюсь, что я смогу быть с вами в Санкт-Петербурге в следующем году. Я желаю этому конгрессу быть глубоко вдохновляющим и согреть сердца всех участников. Желаю так, чтобы он открыл ума и сердца навстречу великим тайнам жизни, из которых величайшая
любовь. Пусть это собрание излучает любящую доброту и мир всему вокруг. С братским приветом, Яна Ваонунвирта, генеральный секретарь Теософского общества Финляндии, Теософская секция Финляндии. Дальше. Мурманское рыревское общество нас поздравляет. Уважаемые организаторы и участники конгресса, знания, данные миру через Елену Петровну Блаватскую, актуальны как никогда. Они помогают человечеству через приобщение к теософии осознать эволюцию мира и назначение человека в нем. Осмысление наследия Елены Петровны Блаватской с позиции современного миропонимания в контексте духовной культуры 21 века является важной задачей. Желаю участникам конгресса здоровья, плодотворного сотрудничества и творческого общения. С уважением, председателю Мурманского рериховского общества Самсына Алевтина Анатольевна. Наши братья из Теософского общества Украины приветствуют нас. Дорогие коллеги, примите самое сердечное приветствие от теософов Украины и от меня лично всем участникам Ноябрьского Теософского конгресса в Санкт-Петербурге. И пожелание его успешной и плодотворной работы. Пусть проявится дух братства, единения и сотрудничества. К нему призывают нас великие. Светлана Гавриленко, организационный секретарь Теософского общества Украины.